Цьогоріч Дніпро на четвертому місці за забрудненням в Україні. Такі дані Національної гідрометеослужби. Перше місце у Кам'янського, друге у Маріуполя, третє в Одеси. До таких висновків експерти дійшли, вивчаючи українські міста останні півроку. Хоча в порівнянні з 2020-м екологічна ситуація покращилася. Зокрема, рівень забрудненості повітря знизився в Дніпрі, Одесі, Маріуполі та Черкасах. А в 14 містах навпаки зріс найбільше у Кам'янському, Луцьку, Вінниці та Сєвєродонецьку. Ми вирішили запитати у містян, як вони вважають, які причини того, що Дніпро – одне з найбрудніших міст України. Заводи є, во-вторых, много транспорта, а в-третьих, воспитание народа. В Дніпрі, кстати, хромает. Бросают бумажки, бутылки пластиковые, в речку бросают. Мало высаженных деревьев, которые могли бы очищать этот воздух. Тоже травы, не знаю. Вообще всего мало. Много построек, а мало растений. В нашем районе, где я живу, все нормально. Ну, наверное, у нас много машин, заводов, кораблей, пароходов. Много заводов, хоть большинство закрыты, но много заводов еще работает. Плюс у нас широкий город, где много машин, то есть машины по большей части, наверное, большую часть загрязнения на себя забирают. Мой балкон выходит на заводы, которые у нас в районе Петровского. Поэтому, конечно, как тот дым, который я вижу со своего балкона, он не оставляет никаких сомнений. Наша промзона большая в городе. Днепродзержинск рядом, он там еще круче, чем мы. Кто там еще? Мариуполь. Ну и мы там рядом. А воздух как вам в Днепре? Ну, пока не умер. Раньше был, конечно, загрязненный город, потому что работали более промышленные зоны. Это на 12-м квартале в сторону металлобазы и дальше. Это в сторону левого берега. Сейчас предприятие поменьше стало работать, но город загрязнен выхлопными газами. Я думаю, не настолько сильно. То есть, если сравнивать там места, где я был в Украине, то Днепр, мне кажется, довольно чистый еще. Ну, если брать центр, то точно. Если брать окраины, то, может, местами где-то, но у нас скорее проблема с заводами, может, там с выбросами какими-то, а так, чтобы на улице, ну, довольно чисто. Я сама металлург уже в прошлом, но выбросы очень большие, очистки они подвергаются, но я так думаю, частично. Если бы в большом объеме и полностью они очищались, мы бы были богатым городом и чистым. Ну и у нас грешат автомобилисты, у них тоже не у всех очищаются выбросы. Нету контроля, да? Да, нету контроля, конечно. А так бы было бы все у нас в порядке, честно говоря.